Одним из основных атрибутов гражданина Российской Федерации является паспорт. Согласно закону, его обязаны получать с наступлением 14-летнего возраста. Они сегодня получат свой первый документ, который будет удостоверять их личность на территории Российской Федерации. Что этот документ будет на данный момент являться главным, пока единственным их. Они с ним могут реализовать свои гражданские права. По инициативе Одинцовской полиции в некоторых школах района выдача паспортов происходит в торжественной атмосфере. Так было и на этот раз. Важный для школьников момент их поддерживали родители и друзья. Он становится уже гражданином России. Я очень я вспоминаю свой, когда первый раз получала паспорт. Тоже вручали в школе. Было приятно очень даже. Получение первого паспорта тесно связано с обретением ребятами частичной дееспособности, важного юридического статуса, который определяет их гражданские права и обязанности. В соответствии с Трудовым кодексом, отныне вы можете работать, можете зарабатывать деньги. Помимо этого, наше государство обеспечило вас и иными правами. Я думаю, что на уроках обществознания вам обязательно об этом расскажут. Но вот у вас также появляются обязанности и большая ответственность. Дети становятся гражданами Российской Федерации с момента рождения. Однако именно получение паспорта дает им возможность быть полноценными членами общества, приносящими стране пользу. Святослав Савенков, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».